Продолжаем выпуск. Сегодня в Мытищах состоялись торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования органов Государственного пожарного надзора МЧС России. Сначала у пожарной части открыли памятник младшему лейтенанту Путилину Ивану Павловичу, погибшему при исполнении служебного долга в августе 1955 года. Памятник, посвященный памяти младшего лейтенанта Путилина Ивана Павловича, открыть! Затем уже на площади перед Дворцом культуры Яуза прошла выставка современной пожарной техники и ретро-техники. А в самом ДК состоялся торжественный концерт, где наградили отличившихся сотрудников. Подробнее о том, как прошел праздник, расскажем в следующих выпусках новостей.